Привет всем гостям и подписчикам моего канала. Сегодня ко мне на обзор приехал очень и очень интересный телефон под названием Uhans U300. Это новая модель от фирмы Uhans. Это такой премиальный телефон. Ну, не знаю, как покажет он себе в работе, но, по крайней мере, по виду он действительно премиальный. Давайте сейчас откроем эту посылку. Да, заказывал я в магазине Desun. Мне нравится этот магазин тем, что у него есть русскоязычная нормальная поддержка ВКонтакте официальная. Там быстренько отвечают на все вопросы. Можно спросить, когда будут поставки каких-либо телефонов. Ссылку на этот телефон я оставлю в описании под этим видео. И... ух ты, вот такая вот прикольная коробка. Так, это отложим. Вот такая вот она тонкая, но широкая. Сделана по стилю, как и сам телефон, под кожу. Ну вот, смотрите, просто... ничего лишнего, я не знаю, на подарок просто идеальный был бы вариант, конечно. Здесь написаны характеристики, кстати, характеристики очень и очень даже крутые у этого телефона. Почти 5000 мАч батарейка, 2 сим-карты, 5,5-дюймовый Full HD экран, 6 Android, MTK6750T, 4 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти. Понятное дело, поддерживает 3G и 4G сеть. Ну что, открываем? Итак, открываем. Ага, здесь у нас еще что-то, какая-то такая бумажечка, как в конфетах. Эту бумажечку тоже убираем. И вот у нас сам телефон. Так, давайте же. Ого, тяжелый. Очень даже тяжелый. Ух ты, какой. Чувствуется металлическая рамка. Реально телефон в руке лежит, я не знаю, как кирпич. Он тяжелый, но, конечно... конечно, сразу вызывает восторг, когда смотришь на него, потому что реально, вот, не знаю, это кожа или не кожа, но сделано очень качественно на первый вид, на первый взгляд, простите. Да, будем сейчас смотреть. Так, давайте пока включим. Кнопки, кстати, тоже, по-моему, металлические, потому что холодные. Начнем включение. Так, снимем эту пленку, а под пленкой еще одна защитная пленка. Так, телефон пошел включаться, а мы посмотрим, что в комплекте, потому что коробка необычная, здесь вот такое вот все бархатное внутри, ну, действительно очень классно. Вот так вот, наверное, нужно смотреть, потому что логотип. Так, что у нас здесь? Здесь у нас блок питания. Вот так вот выглядит блок питания черный, уже с нашей вилкой под европейские розетки. Так, что здесь еще? Я так понимаю, ага, да. Здесь еще USB кабель у нас. Здесь еще влажная и сухая салфетка, видимо, для дополнительной пленки, которой тут я не наблюдаю. Не знаю, зачем эта салфетка здесь. Странно. Ладно. Это положим. И здесь еще вот такая вот коробочка. Походу просто... ага, я понял. Это, по-моему, скрепка. Да, я был прав. Это скрепка самая обычная. Как, в принципе, походу и все. А где инструкция? А, здесь еще что-нибудь есть. Извините, я чуть, так сказать, не провтыкал. Здесь, а вот здесь инструкции находятся. Да, вот здесь как раз еще дополнительное защитное именно стекло, не пленка, а стекло находится. И вот уже наша инструкция. Так, все, больше ничего в комплекте нету. Это отложим. И перейдем, давайте, пожалуй, к самому телефону. Потому что телефон действительно очень интересный. Он уже включился. Непривычно держать такую лопатку в руке, вернее не лопатку, а именно такой кирпич, потому что он-то сам по себе небольшой, я уже привык к 5,5 дюймам, но вот именно вес телефона внушительный. Full HD экран вроде бы нормального качества, отзывчивость сенсора просто шикарная. Здесь мы видим, я так понимаю, что какую-то оболочку от Uhans, все очень шустро работает, ну понятное дело 4 гигабайта оперативки. Сенсорные кнопки здесь не под экраном, а нарисованы на самом экране. Мне сразу интересно зайти в настройки и сменить язык. Это первое, что мне хочется сделать. Да, здесь есть русский язык, судя по всему. Да, вот он, русский язык. Так, язык мы сменили. Очень ярко экран светит, хотя практически наполовину. Хочется еще его немножко подвинуть назад. И давайте зайдем сразу о телефоне и посмотрим. Так, модель U300, версия Android 6.0. Оригинальный динамик у телефона под логотипом по бокам. Ну и, понятное дело, камера
и сканер отпечатков пальцев. Куда же без него в таком крутом премиальном телефоне. Google приложение в этом телефончике тоже есть. Вау, просто все так классно летает. В оболочке этой фирменной отсутствует кнопка всех приложений. Все приложения выведены на рабочие столы. Play Market есть. Давайте зайдем в камеру. Тоже же интересно, все-таки телефон не из дешевых, $179, по-моему, на данный момент он стоит. Все-таки интересно узнать, какая же здесь камера, потому что, ну, в таком телефоне должны более-менее камеру хорошую поставить. Фокусируется быстро. Снимает не особо быстро, но все-таки снимает. Смотрим, ну да, вроде бы макро работает без нареканий, потому что видна даже не самая лучшая печать на этой бумажке. Видны пробелы в печати. Очень хорошо, хочу протестировать эту камеру. Я ее протестирую и в ночное время суток, и в вечернее, и в дневное время суток. Короче говоря, по полной протестирую камеру. Вот, кстати, мне не очень здесь нравится, хотя это больше такой защищенный телефон считается, видимо. И поэтому здесь такие рамки толстые по бокам. Но, не знаю, мне как-то хотелось бы рамки потоньше. Давайте я, наверное, сейчас подключу Wi-Fi и проверю обновление. Возможно, есть уже обновление на телефон. Проверим обновление. И что нам говорит телефон? А телефон нам говорит, что мы пользуемся последней версией прошивки, поэтому ничего обновлять нам не нужно. Телефон работает просто шустро, никаких нету фризов, никаких нету даже на долю секунды замираний, заторможенности никакой, 4 гигабайта оперативки тут просто совсем справляются. Мне этот телефон очень нравится внешне, что-то такое новое для меня, свежее, я просто никогда до этого не тестировал вот такие вот телефоны такого вот серьезного сегмента. Итак, это была распаковка нового телефона от компании Uhans, Uhans U300, такого вот премиального аппарата, который сделан под кожу, или это действительно натуральная кожа. Я еще хочу узнать об этом поподробнее, и уже в полном обзоре я расскажу об этом телефоне. Всю правду, все, что мне удалось о нем узнать, и все, что удалось с ним сделать, все, что удалось с ним протестировать, короче говоря, в полном обзоре. Ждите полную информацию об этом телефоне. Так что подписывайтесь на мой канал, кому интересен этот телефон. Скоро на моем канале выйдет полный видеообзор. А вам спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели это видео. До новых встреч, всем пока!